То есть может разрядиться здесь, да? Ладно. Это показывает. Так, настройки в меню. Выберите моды. Меню. Посмотрим, отрубится на нем. Моды. Вот она мода. Моды. Так, дальше надо что-то нам пройти. Режим съемки. Режим съемки. Режим съемки. Ну, давайте-ка вот так. Режим съемки. Угу. Режим съемки у нас. Вот режим съемки. Это у нас это. Ладно. Режим видеосъемки, режим фотосъемки, режим интервальной съемки, режим прямого потокового видео. Ох ты, режим циклического. Настройка формата видеосъемки. Так. Что нам надо сделать? Камера. Камера пускай работает на нас. Что нам надо сделать? Режим видеосъемки. Так. Саид. Саид. Ну ладно. Значит, что нам надо сделать? Включено. Подзаряжается это подзаряжается через, я так понимаю, вот эту вот ерунду. Надо это все как-то вытащить. А это что такое у нас? А, то есть вот эта вот штучка, о, это как раз отсоединяет. Вот. Опа! Видите, как работает. А, какой я умный, однако. Так, теперь это все надо соединить и подключить как-то. Стрелочки вот так вот показывают. Это возможно отщелкивается. Ага. О! Защелкнулось. Теперь мы берем эту. Она должна быть подлиннее, чтобы удобнее было заряжать. И так как у нас все это дело хрупкое, мы будем заряжать от. Вот ё-моё. Я сюда. Не дотянулся. Ладно. Мы сделаем вот так. Это положим сюда. Это мы положим вот так вот. И это подключим вот так вот. Есть. Подключить подключение. Где-то что-то должно загореться. Так мы ткнули. Вроде бы так. Сильно давить не надо, насколько я знаю. Да, вот тут. Ага, вот она кнопочка загорелась. Заряд пошел. Значит, не надо тыкать. Что есть дури. Ури. Не надо тыкать, что есть дури. Так, посмотрим, тут еще есть заряд. Включили, все, тут включилось. Вот она. Показано, что есть электричество. Отключаем. Опа. Отключаем и продолжим настройку. И продолжим настройку. Продолжим настройку.
Опачки, нажали. USB в USB. Ага, USB это все. Так. Меню. Будет она работать. Ну, не хочет. На зарядку только это все работает. USB. Включаем. Все меню. Ничего. Нет, ничего. Значит, это что у нас? Идет заряд, да? Он работает. Я показываю только USB. USB. Так, это у нас зарядка. Ну что, зарядка так зарядка, ладно. Это будет не с пультом, а с камерой. Так, настройка формата для съемки. По умолчанию так. Нажмите кнопку меню. Меню. Что-то тут отражается. Нажмите кнопку меню и выберите мод. Меню. Где у нас эти меню? Меню. Только ты меню. Так, меню. Нажали, уже без съемки так. По умолчанию MP4. Выберите 4 кадра съемки изображения. А как я должен выбрать? Качество изображения только для съемки. Изображение с качеством изображения 4К. Меню. Можете на это надо нажать. Хоу. То есть это меню. Подтверждение. Будем тыкать. Нет. Нет. Надо обойти. Ну-ка, если. Так, еще разок. Кнопка объектив. Кнопка меню. Кнопка up down. Кнопка вверх. Фото. Кнопка enter. Открыть меню. Седьмой. Открыть меню. Это вот это. Ое. Теперь что вы опять должны нажать на это, я так понимаю? Нет? Ничего получилось. Значит, надо раз. Раз. И что еще сделать? Открытие меню. Открытие меню. То есть еще разок нажать. Нет. Не получается. Открытие меню. Открытие меню. На что надо нажать? Нет. Надо войти в эту штуку, Так, режим видео съемки есть, настройка. Нажмите кнопку меню, затем выберите настройки съемки. Вы выберите 4К. Как я должен выбрать, если предложим. Для начала нажмите кнопку рек, еще раз. Для начала съемки, чтобы снять съемку, нажмите кнопку. Настройка, нажмите кнопку меню, нажмите up, down, для выбора элемента, если нажмите кнопку для его активации. То есть, первый экран такой, второй экран такой. Надо вот такой, наверное, нажать. Режим видео съемки, надо нажать вот такой. Вот эти настройки. Off. Кнопка Enter, экран настроек. Так, ладно, еще разок. Все, плохо батарейка. Все-таки нет. Меню, и надо перейти ниже. Это мод. Это экран мод. Да. Вот, так. Да. Теперь кнопку что еще меню нажать? Меню. Нет. Так, так. Выйти в меню. Вот так. О, вот это вот нормались. Теперь чем она работана? 1/3. Так, 4, кнопка Enter. Enter. Симметр все у нас Enter. Кнопка Enter, экран настроек. Настройки съемки. Настройка качества изображения. Формат видеосъемки. Размер изображения в режиме виртуальной съемки. А ну ладно. Погнали. Нам надо войти вот этого. Сейчас стоит. Так, который снимает не на розово. Так. Теперь мы ниже. Опа. Очки. Выбираем. Еще разок. Ага, вот она у нас менюшка появилась. На 60 PS. Вот так пойдем. Там мы. Походим, да? Походим ниже. Походим, уже счастливо. Так. Выше не идет, да? Выше не идет. Так, PS HD. Что означает HD? То есть надо так, на 30 PS. Но надо почитать, что сие означает. Тут у нас идет. Что сие означает? Настройка качества изображения, да? Качество изображения. А где же это самое? Вот оно так. 4-й экран настроек, плюс-минус, это самое, кнопка Enter. Он инструмент. Настройка качества изображения. Формат видеосъемки, да? Размер изображения в режиме интервальной съемки. Во время циклической видеосъемки.
Включение режима фотосъемки, интервал фотосъемки, автоматический интервал съемки, режим фотосъемка, номер снимка, режим интервальная съемка, сэдишот фильм, чтобы не нажал, сэдишот фотография, значит, акт должен быть. Акт, рука должна. Акт, вот там, в виде рука. И акт это у нас как раз в виде съемка будет фильма. Он, если вместо акта он, это будет съемка этого. Фото надо, режим. Настройка угла. Настройка угла. Широкий, там широкий режим увеличения. Переворот, сдвиг. Режим интервальная съемка, сцена, баланс белого. Цветовой режим, настройка системы аудиозаписи, подавление шума от ветра, о, хорошая вещь, подавление шума от ветра, подключено, нет. Подавление шума от ветра, где она должна быть? Не вижу. Широкий. Значит, надо там входить, смотреть, подавление шума от ветра. Хорошая вещь. Угу. Так, настройка элементы. Режим салют, настройка соединения Wi-Fi. Настройка Wi-Fi высокой мощности. Настройка Bluetooth, настройка питания, подвесительное управление. Через Bluetooth журнал GPS есть формат форматирования, временный код, информационный бит, инфракрасный пульт дистанционного управления, настройки HDMI, есть фоновая музыка, источник питания, сигнал, громкий сигнал, настройки лампы, запись одним нажатием, а выключение питания, переключение режима NTSPAN, настройка даты и времени настроек, значение региона, настройка перехода на летнее время нет, версия какая-то, reset, сброс настроек. Уже 7 минут будем настроить, пришло настроек у меня для модели 3. Только для модели, для получения дополнительной информации, настройки элементы, разделы, изменения настроек, документы, справочное руководство, веб-руководство. Вот ё моё, всё на веб. Веб. Значит, здесь можно настроить через iPhone. Это хорошо. Ага. Значит, это настройки съемки, настройки видеокамеры. Настройки съемки. Настройка качества изображения. Формат видеосъемки. Что-то я так не понял. Настройка качества изображения. Так. Настройка формата изображения. Нажмите кнопку меню, затем выберите настройки съемки. Формат видеосъемки по умолчанию P4. Выберите 4К для съемки изображения. Скресло изображение только 4К для настройка формата видеосъемки. Настройка формат видеосъемки. Настройки съемки. Ну что? Настройки съемки, да? Мы нажимаем. У нас получается надо на низ. Так. Съемки формат видео по умолчанию P4. Мы в P4. Выберите 4К. 4К. Моды. Ну и где тут 4К выбирается? Нифига. 4К. Раз. Да, нет. Так, еще разок, раз. Раз. MP3. 4К. А 4К я не вижу. Выберите 4К для съемки изображения. С качеством изображения только для
4К, ну, где она? И все. Четыре ка. Ладно. Что тут не так? ПС. Четыре ка. Вы видите, 4К должно быть в каком-то квадратике. Ладно, это мы посмотрим в интернете, что, что и как. Покажем мы. Здесь у нас... Ух ты! Ты смотри, кабеля этого нету. Как оно нас подсекло. Есть адаптер, кабеля нету. То есть вся эта техника на таких специфических кабелях. Что их надо специально искать. То есть нету тут такого кабеля. И где-то мне надо его найти. Это площадочка. Подцеплять. То есть это... Это у нас именно подцепляется так. Грубо говоря. Грубо говоря. А, это еще пульт куда-то цепляется. Это для пульта. Подцеплялка. Его тоже может прикрутить и держать. Так, это не то. Это значит у нас прикручивается сюда вот так вот. Опачки, прикрутилась. И далее мы легко просто, как бы сказать, джик, куда-то вставляем, но это защелка, если защелка. А если не защелка, вот, например, как вот на эту кинокамеру, вернее, штатив, мы просто накручиваем ее. Так, ну так хочется в 4К что-то снять, просто очень хочется снять. А уже тут лепездычества нету. Но тем не менее, что-то заснимем. Что-то мы снимаем. 4К или не 4К, но что-то мы снимаем. 10 секунд снимаем. Снимаем себя любимого. Снимаем Hero 3+, эту 3 Hero Plus, снимаем старшую сестру Sony
550-ю камеру. Заглянем сюда. Заглянем туда. Что у нас получается? Так, заснимем. Вот. И так вот. Ну ладно. Сейчас запустим. Сейчас запустим. Да, вот снимем. И посмотрим, что у нас получилось. То есть мы сняли 1 минуту 10 секунд. Так. Это мы вот так вот отключили. Теперь нам надо отсюда взять карточку и дальше продолжить заниматься. Так, мне нужен еще один шнур. Шнур, чтобы заряжать батарею. Где у меня такой шнурочек есть? Есть. Интересно, тут никакой индикатор не работает. Как она тут заряжается? Так, нажал. Ага, вот она что-то загорелась. Насколько тут она... А, потом она зеленым должно быть. Или зеленым зажжется. Ну ладно. Кладем сюда. И...